Сегодня около Мурманска нефтебазы на улице Подгорная работали полицейские и спасатели. Была объявлена угроза взрыва. Об обнаружении подозрительных предметов сообщили сотрудники охраны объекта. Непонятные предметы, которые выглядели угрожающе, лежали в пакете на пожарном пирсе за нефтебазой. Охранники решили не рисковать и вызвали полицию. На место сразу же прибыли несколько нарядов ППС, взрывотехники ОМОНа и сотрудники ДПС, которые перекрыли въезд на нефтебазу. Оказалось, беспокоились не зря, в пакете таился действительно смертоносный сюрприз. Внутри пакета были обнаружены 3 взрывателя от ручных гранат, а также 3 гранаты для подствольного гранатомета. Сейчас по данному факту проводится проверка, оперативно-следственная группа работает, будет устанавливаться, откуда на побережье Кольского залива на пожарном пирсе появился этот пакет.